Нашумевшая история ручного волка закончилась хорошо. В Министерстве экологии Подмосковья согласовали его содержание в приюте благотворительного фонда защиты животных ГАФ. Напомним, ослабленное животное вышло к людям в поселке Малые Веземы. При первых попытках отлова было ранено. С помощью специалистов приюта волка отловили и отправили на лечение. Сейчас ему ничего не угрожает.